It was one of the symbols of one of SS division during the World War II. It is one of more or less usual symbols for neo-Nazi groups all over the world. And it's not just about their symbols. When it was founded in 2014, Azov drew many of its commanders and recruits from Ukraine's most notorious far-right groups, including outright neo-Nazis. We basically recruited everyone who could hold weapons in their hand when Ukrainian state was paralyzed and the defense of Ukrainian state was totally in the hand of Ukrainian volunteers. So there were many war adventurers, guys who believed that they are on a kind of ideological tour to save maybe the future of the West and so on and so forth. Or so the future of the white race? Or, yes, yes. Национальная идея Украины, одна из центральных национальных идей Украины, это как можно больше врать себе и другим. Потому что если сказать правду, рухнет все. Leaders have also tried to break into politics. They failed to win any seats in parliament during the most recent elections in 2019, but their plans in Ukraine are ambitious. Сегодня worries officials in the West is Azov's recruitment strategy. It's tried hard to build friendships with far-right groups around the world, especially in the US and Europe. During my visit in 2019, I spent a day at one of the biggest recruitment events in symbols, tattoos, and posters all over the place. And many in the crowd seemed pretty receptive to Azov's far-right ideology. One of the ones I met was named Robin, who had just arrived in Ukraine from Sweden, where he told me he's wanted for hate crimes. It's hard to explain the surroundings for someone who's watching this, you know. It's surreal. It's like, I don't know, it's like something you read about the Great Germany before, you know, in the 1920s, is a revival of the Я не хочу вам говорить ничего, я не обязана вам ничего высказывать. Что вам понятно? Была позиция другая, вы ее сказали. Мы об этом будем говорить везде, всегда. Чтобы вы об этом понимали, потому что по-другому вам заходит. Хорошо. Это на вашу сторону. Нет, хорошо. Вот насильница. Вино с Гитлером вообще. Италия.
Что ты ржешь? Потому что продает какую-то дичь. Продали не Гитлер. Ну, вообще. Я в шоке. Я в шоке. Ты, короче, не собираешься доехать сюда? Сейчас Россия будет, да, привет. Да, я тоже уже надеюсь на то, что, короче, уже захватят нас, и я соберусь и поеду домой, потому что я очень хочу домой. Еду как домой. Да. Ну, короче, это как всегда, ты всегда такое обещаешь, но при этом ничего не делаешь, короче. Если сейчас там будет ЛНР, хотя бы ЛНР, да, приеду. Нет, а я смотри, вот ты, может, знаешь, может, нет, если, короче, вот зайдет туда ДНР, понял, ну, типа, будет... Не знаю. Слышь, давай мы потом ее к столбу примотаем, зеленкой обольем, да? Ну там можно, да ничего. Да, шелком подсасывай, ладно. Ладно, Федя, надо. Сиди в машине, блядь. Не, куда не ты, не куда ты выходишь, блядь? Сиди в машине, блядь. Как ты на инстаграме, че ты? Поверни. Популярная именно. Повернись. Давай, давай. Сука, кобыла, блядь. Трансляции. Кнопочная, я понял. Ты трансляции с кнопочного, блядь, ведешь? Нет. С какого телефона? Бля, не смейся, я тебе говорю. На тупом заключении. Я сейчас не послушаю, тут полиция, блядь. Иди ебанашку раз, нахуй, и все. Пиджак снимай. Быстрее. Либо я тебя убью, нахуй, либо ты пиджак снимаешь. Штаны также снимай.